Сегодня я хотел бы обсудить с вами очень серьезный и принципиальный вопрос для нашего государства – организация выставочной деятельности. Но и центром этого обсуждения станет концепция нашего национального выставочного центра. Такой выставочный центр в любой стране нужен. В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести торговлю прежде всего. Ну а экспортно-ориентированной стране для нее вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства своего национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности для подобных центров. Но вопрос неоправданно затянулся. Поэтому на таком высоком уровне давайте определяться и давайте сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр. И для работы, активной работы по организации выставочной деятельности в стране, особенно эффективности ее, она должна быть обязательно эффективной, нам надо подумать о создании единой системы и единого центра выставочной деятельности. Принимаются все предложения, решение надо принимать в этом полугодии по второму вопросу, да и по первому надо определяться и начинать строительство этого центра. Единственное требование – центр не должен быть дворцовым, это должен быть функциональный центр со всеми зданиями и помещениями для проведения подобных мероприятий. Для того, чтобы этот центр был дешевым, не надо ничего мудрить. Он, конечно, должен быть внешне симпатичным, красивым, но это не значит, что за эту внешнюю и нефункциональность его в связи с архитектурой мы должны платить бешеные деньги. Этого быть не должно. Поэтому надо сделать просто и красиво, добротно, качественно. Подготовьте предложение, проектное предложение и внесите для ознакомления мне в том числе.